Трамп и Путин одобрили совместное заявление по Сирии. Главы государств кратко пообщались в кулуарах саммита ОТС. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в результате краткого общения в кулуарах саммита ОТС во вьетнамском Дананге одобрили совместное заявление по Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс. По его словам, документ был подготовлен экспертами двух стран и финально согласован в субботу главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Заявление было специально подготовлено ко встрече в Дананге, добавил Песков. Как сообщал корреспондент НЕТ, Дональд Трамп и Владимир Путин поприветствовали друг друга рукопожатием на саммите ОТС. Ранее в Белом доме заявили, что отдельной встречи Трампа и Путина во Вьетнаме не будет, объяснив это различиями в рабочих графиках президентов. По материалам сайта newsgra.com.